Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, Виктор Костяныч. Озеро. Отдохнули в избушке, поели всяких кушаний. Все, сейчас сеть сразу снимаем, чтобы потом перед домом нам уже ничем не заниматься. Едем гонять окуня, если он будет днем. Надеемся, что будет. Да, натяжка есть, Витя. Эш, какие-то щуки должны были намотать. Там топорик отвязывай сразу. Потом уже не заморачиваться, да? Сразу сдернем. Видно, что днем плохо клюет. О! 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 Окунь шевельнулся. Ё-моё, и вон там дальше. Вот она, сеть скручена. Что там у тебя? Клык цепляется какой-то. Подубел или что? Этот маленько уже приснул, ага. У нас такая дирка и была? Да-да. Там корягу порвал. Так, вот этого не продернешь нифига. Он, наверное, и не он поплывок дергается там. Угу. Куда лопата он? Ну да. Может, сейчас повезет, поудим хорошо. Понял. Вроде проскакивать некуда. Ага. Он тоже, видишь, приколел. Или нет? Еще живой маленько. Жабра открывать. Под верхом вон видал, попадали. Или что, или может еще сегодня запустим? Кого, сетку? Ага. Не знаю. Так, на всякий случай, вдруг щука влетит. Еще один окунь. Здоровый. Окунь здоровый. Вон тот наоборот с глубины шел. Вот он. Лопата опять, да? Там их пачка. Друг за дружкой. Ну, я говорю, друг за дружкой идут там. Один почти вообще не запутанный.
Ух ты. О, вывалился. Ну, я тебе говорю, кошка моя сидит. Он еще один здоровый. За ним там что-то еще здоровое. Что-то еще там из пучины, да, лезет. Так, ты у нас где? Стой, стой, я тебя не тяни там. До этого я не протяну. А, там ясь. Ясь? Какое-то время гульнул он хорошо. Шикарная окуня, конечно. Друзья, помаленьку вроде что-то начали находить. Где мелочь, где средняя, где вообще ничего. Бурим, бурим сегодня. Опа, блин. Забазарился, загляделся. Прилип. Ах ты, ё-моё. Смотри, чё какой. У тебя вон тот-то шикарный, да, барбосик? Угу. Видимо, где-то мы близко уже к стае. Сдвинулась. Но сдвинулась. Или там просто пристой был. Вчера выдернули. Озеро похрустывает, смотри, лед ломается, лопается. Угу. Трещина. Что, закончили, что ли? Я думаю, где-то пикнёй вниз ударил, трещина пошла вообще в бок. Подморозило-то сегодня. Нормально. Заколутунело все. Толку было бы, если бы я в одном месте бурил пятак. Видишь, там обозначилось, можно маленько там чик-чик по краям бурануть. Тут глубина такая же стандартная идет. Да ё-моё, что такое-то? Ах ты, ё-моё! Ай, блин, колючий какой! Ощипал как мелкий, блин. Может, червячка еще добавить к этой резинке? Подвкуснить ему маленечко. Сразу влупил, понял? Да что такое-то? Блин, в наледь втыкаются.
Ёрш. О, видишь, что? Блин, где же стая-то? Косим, друзья, окуня по полной. Вот это-то вообще шикарный прям горбачок. Переходим в сидячее положение. Ну давай, поехали. Не знаю, может будет. Но вчера тут не было вообще ни поклевки. Сегодня, видишь, я говорю, как будто он днем на глубину отъехал. Может, для затравки, хрен его знает. Парочка. Нет, клюнул. Все-таки их затравил и все. Неси, говорит, табуретку. Я тебе хрен покажу. Ну. Может, обловили. Может, стайка отошла. Да елки-палки. Что-то прилипает, отпускает.
Аж долететь не успела, схватил. У нас все, последняя батарейка. Да. Опа! Блин, удар такой сразу хороший был. Я еще не знаю, где здесь дно. До дна еще не достал, не знаю, где дно здесь. Далеко нет. А вот оно. Опа, у дна взял. Вроде нарвался куда-то, наверное. Что, у тебя тоже пошло? Я тоже нормально, так от дна, да, берет? Блин, почти у дна берет. Ты выше пробуешь? А? Ты выше пробуешь? Я не знаю, я до дна не стрелку. Че, блин, опять кончились? Тоже что-нибудь подвешать. Сейчас червяка добавлю. А? Червяка добавлю, не хочу глаз ковырять. Глаз с них ковырять — это вообще мучительно. Ну. Да ё-моё. Хорошенького спустил. Плавничком или какой? Да мне без разницы. Без плавничка. Весна-то. Эх ты, ёпты. Смотри, что с полметра от дна долбит. С полметра от дна долбит, а поймать не могу. Маленький, что ли, какой-то докопался. О, хороший. О, горбач. С руль. Ага, щипал. Кое-как, блин. Может, не он может быть, отобрал просто. Ну да.
равно, кажется, кусочек мяса как-то от пива добавляет. Йо, питаться начал че. Че, ему месяц назад надо было? Ох ты, ё-моё. Пока опускал, он уже бабахнул. Ой, ё-моё, видите, он мясо твое стащил у меня. Откусил. Эх ты. Я ж тебя предупреждал, мы тут отдохнем. Блин. Ну так мы и до связи куда ехали, чтобы смс-ку отправить, чтобы отдохнуть. Да я. Да мормышка, крючок поменьше, все. Сходов больше стало. Хорошие мормышки закончились толстыми крючками. Смотри, этого мяса не стало на крючке, окунь меньше стал клевать размером. Хвост ему от сороги повешать, что ли? Хвост от сороги наживить, что ли, блин? Отдай резинку. Под пяткой хвост сторожит. Откуда? О, точно. О, а у меня уже окунь сидит. Без хвоста. Ага. Молодец. Сам отдал. Ну-ну-ну, все бы они так делали, когда вылазили. Какой-то окуневый котел, блин. А? Окуневый котел какой-то, жор. Ну-ну-ну, жор перед икрометом. Я чувствую, что ты уже весна близко. Хорошо, на окуня хоть нормы нету. Погоди.
и идем. Его раньше, кажется, вообще специально, блядь, не... Ну да. Ё-моё, где там дно, непонятно. Витя, тяну! А! Смотри опять какой! Ну идет пока. Тьфу-тьфу. Я тут даже глубину не мерил. Опа, да ё-моё. Так втопил хорошо. Опа, еще раз повторил, блин. Давай, 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 чувак. О, смотри. Чем дальше, тем страшнее, блин. Отрыв пошел. Покажи дубом. Все, устье, видал, захлебывается. Вода в Енисее прибывает. Ну вот и все, друзья. Еще раз повидались с озером, которое подарило нам просто вот такую отвал башки рыбалку. Обалденно. Наловили мы на удочку 3 куля хариуса. Вот, фу, блин, хариуса. Окуня. И пол мешка. Ну, где-то 15 кг сороги. Одна щука. 2 или 3 изя. Улов замечательный. Все, попрощались с озером на этот сезон. Наверное, да. Точно больше туда не поедем. Сейчас, потому что здесь она свою воду еще дает ключами. Утонет все. И все будет бесполезно. Дедушка остался весновать. А мы едем домой. С вами, как обычно, был я, Костян. Виктор Костяныч. Канал «Это не диалоги, а рыбалки». Ну и все. Теперь нам по Енисею. Дал-дал, ушел.